сегодня приехали в такое место, которое называется Кабу-Кабу-Жирау. Пока ничего интересного я не вижу. Это были английские туристы. Здесь сувениры. А я иду к морю. Проход свободен. Вот до моря далеко. Отсюда открывается вид. Море далеко внизу. А здесь такая вот смотровая площадка над морем. Это фигурное. Большая панорама этой смотровой площадки. Пока народ смотрит еще там на смотровой площадке, любуется природой, я решила немного поснять. Городок. Вот, я думаю, что тут больше для туристов. Ну вот там видна внизу детская площадка. Ну и так вот видно. Да, отсюда побережье как бы даже лучше видно.